Приветствую, друзья, на канале Play. Меня зовут Владимир, сегодня продолжаем прохождение игрушки 7 Days to Die. Итак, друзья, что у нас сегодня по плану? Как видите, у нас 21 день, ночь Орды. Что мы будем делать? Мы будем быстренько улучшать нашу базу, то бишь улучшать коридор смерти. Перед тем, как это все начнется, да, это вахвали. Я вам тут взял целую штучку, 9 штучек у нас ловушек с клинками. Я надеюсь, нам хватит пока что. Посмотрим, если надо было больше, добавим побольше. Но сейчас нам надо главное сейчас сделать. А, ну ты уже одну поставил, плюс-минус, чтобы прикинуться, как это выглядит, да. И остальные будем ставить так же самое. Я тут чуть-чуть поменял базу, как это, чтобы выглядел, да. Здесь я писал, чтобы у нас не были проблемы с нашими пиларами. И сюда. И сюда. Думаю, пока что хватит. Потом я еще, конечно, поставлю парочку. И, может быть, сюда, и здесь по углам. Ну, посмотрим, посмотрим. Нам главное сейчас это выставили. Следующее, что надо сделать, конечно, надо протащить провода. По идее, у нас может идти... Но мясорубки надо, может быть, на отдельную вывести платформу, блин. Давайте так и сделаем. Ну, так и сделаем. Лезть у нас получится. Так, где у нас? У нас есть выключатель? Я не взял... А, есть выключатель. Давайте поставим выключатель. Это у нас будут мясорубочки. Так, опять же, чтобы от него... Я могу отсюда еще вытащить один? Не, не то нажал. И отсюда... Сюда. Отлично. И нам надо еще поставить, конечно, я не взял с собой вот такие вещи. Ну, столько мне, конечно, надо. Мы просто возьму сейчас их, потом выложим. У нас не так уж много времени осталось, да, чтобы это все сделать. Нам надо сейчас поставить для мясорубок. И, ну, еще сюда, наверное, кто-то вот сюда его. Сюда пихнуть. Давай сюда один. Сюда. И сюда. Ну, чтобы это как-то логично выглядело, да? Чтобы у нас было плюс-минус все как полагается. И берем, тащим. Отсюда. Сюда. Отсюда. Сюда, отсюда, сюда, отсюда, сюда, это вот так, блин, как-то... Могу я сейчас прицепить отсюда и посадить сюда. Отлично. И у нас осталось 4 ловушки. Раз. Два. Я не знаю, у них вообще есть лимит или нету лимита по поводу этого плана. Походу нету. Все, у нас так и так выглядит. И еще что нам надо сделать, друзья? Такую вещь, как электровеник. Один. И другой. Отлично. И... Ну, тут мы будем выходить отсюда. Сюда. И отсюда. Вот... Сюда. Ну. Слишком далеко. Походу слишком далеко. Вон. Походу слишком далеко. Слишком большое расстояние. Ну ладно. Так, берем стиплер опять. Ну, сюда, сюда вытащим его. Сюда. И отсюда.
Сюда, отлично. Они будут падать, они будут под станом и сдохнут. Главное сейчас еще что надо, сейчас надо, друзья, проверить, либо еще у нас хватит мощности на это все дело. Например, давай врубим. Какое у тебя потребление? Ну, да, хватает. Даже, знаешь, еще, друзья, мы что сделаем еще. Мы сейчас еще... Так, все тут работает, да? Да, все работает, отлично. Мы еще даже сделаем такую вещь, как... Еще поставим один... Электровеник? Электровеник, блин. Забор. А это включается... А у меня нету заборов больше. Сколько времени? Значит, давай, может быть, просто сбегаем к продавцу, может, в нем продается. Я не хочу просто их врать сейчас. Я лучше съесть, я куплю. У нас денежек дохерища. Сейчас пойдем приобретем. Так, отлично. Потому что я думал еще, знаете, сюда сходить, зачистку сделать. Но, блин, времени не хватит у нас это все сделать. How are you? Что у тебя из инвентаря, дружище, есть? Покажи мне. Выключатель, да, у тебя... А, есть, как раз два. Мне больше не нужно. Погнали. Замечательно. Потому что помните, да, в прошлом эпизоде мы взяли нашествие. Да, область нашествия очистить. Ну, я думаю, что не получится в этот раз это сделать. Короче, нам надо, значит, что нам сейчас сделать? Нам надо... так. Это мы поднимем. Сюда мы заложим фундамент. Отлично. Его сразу улучшим. Так же самое и здесь. На тебе противоположной части. Может, я знаю, что на ночном у нас это уже слишком... В смысле, чего нету? Досок нету. Какого лешего? Ладно, пойдем сейчас срубим быстренько досок. Так, давай. 1200 как раз. Носит 5 часов. На 4 часа осталось до нашествия. Ой, кровавой луны. Ну, мы это все сделаем. Пробежимся, просмотрим, что может быть, что надо еще починить будет. Ну, я думаю, вряд ли. Так, хорошо. Забор. Иди сюда. Один. И другой. Значит, берем стиплер опять. Ну, опять же, тоже буду тебя тащить, потому что у меня тут у тебя провод. И сюда его. Отлично. Просто красава. Так, значит, что я тут хочу сделать? Значит, что мне надо здесь сделать? Сделать нам надо следующее. Ну ладно, так и оставим, пусть так и он стоит. Потом что-нибудь поменяем, если надо будет. Здесь надо можем сделать такую фишку, как... Где наши красивенькие формочки? Раз, ой. Один. Два. Ну, а здесь уже, да, простой блок. Отлично. Здесь это можно выбрать. А, нет, надо начинать по-другому было сделать. Вот так сделано. Чтобы так как-то красивенько получилось, да? Ну, да, нормально, отлично. Значит, здесь тогда мы ставим такую. А здесь, то, чтобы это было все зеркально, да, друзья? У нас же было все должно быть по фэншуй, да? Отлично. Но это можно улучшить, по большому счету. Здесь, я думаю... Ну, блин. А может, даже не надо на блок ставить. Посмотрим. Ну, я поставлю пока что. Вот так выглядит. Ой.
Вообще не планировал так сделать. Пойдем еще нарубим пока что. Надо как-то все-таки, не знаю, я люблю, чтобы было все красивенько сделано. Чтобы все было по... Как в симметрии, да, все было как по фэншую. Сейчас посадим еще деревья обратно, чтобы они уже росли дальше. Так. Шишечек. Не, шишку, блядь, я говорю. Раз. Два. Три. Ну и сюда у меня здесь еще следующий лес растет с этой стороны. Это что-то надо было снести нахер чертовой матери, чтобы не портил здесь вид. Отлично. Все. Замечательно. Так. Это у нас готово. Ну еще лучше на этом. Супер. Так, следующее, что хочу сделать. А ну тут же поколе, что мы все тут готово. Надо проверить, у нас все, никто что-то не повреждено здесь. Чтобы не было сюрпризов. Все, третье. Было что-то видел. Да, бетончик был поврежден. Ну, вообще-то в идеале это, блин, бы в стали это вот уйти, блин, основные. У меня столько стали нету, блин. Ну, потому что, как помните, да, у нас нету до сих пор тигеля. Это отстой. Так, здесь хорошо, все красивенько. Здесь тоже все красивенько. Это мы потом еще, может быть, такие же самые сделаем. Ну, короче, не знаю, посмотрим. Потому что, ну, это, конечно, излишество здесь, которые сделались. Потому что эти патчи я еще неправильные доски сделал. Но вот такие маленькие, которые низкие, да, вот видите. Они отличаются по высоте. Я просто не те выбрал. Ну, я потом попозже, блин, это все раздолбаю. И будет все нормально. Ну так, короче, план получается в том, что, короче, ну как уже понимаете, работает система, да? Они бегут наверх. Кстати, надо проверить. Мне что-то не повредили, они еще здесь. А, кстати говоря, надо улучшить, может быть, даже эти тоже. Как его? А у меня есть вообще блоки? Строительные блоки. Давай, там, сколько там? У нас еще есть доски, да, есть. Давай 20 штук сделаем. И я хочу усилить эту тоже рампу. Так, где там? Которую я использовал, уже не помню. Круг. Да. В смысле? Раз, два, три. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Отлично. Ну это сейчас надо улучшить все. Бетон сразу уходим. Отлично. Ну, а здесь эту колонну нет. Я думаю, эта колонна обычно она не подвергается нападению, так что не будем с ней делаться. Здесь натяжно, что сделаем. А здесь мы ничего не будем делать. Потом это, может быть, зашьем это все. Что у нас здесь есть. Так, короче, у нас получается наша основная колонна в безопасности. Так что они все равно будут приходить сюда. Они просто получат звездюлей сразу же. Да, друзья, видите, когда как у нас здесь находится блок, мы эти все можем ловушки поднять, да, просто нажимаем E и мы поднимаем его, без всяких проблем. Если не было бы этого блока, мы бы не смогли его поднять. Просто. Ого, кто-то пропустил здесь. А, у меня закончился этот, как его.
Муха. А, еще здесь, друзья, да, у нас есть некоторое нововведение. Вот у нас такая расчетка. Может быть, даже надо было что-то сделать вот наподобие такого. Лестницу, больше места. Нам, по большому счету, если двери будут целиться. А, не, нормально. Нормально будет. Буду нормально стрелять. Потому что я хочу попробовать сегодня поработать еще с винтовкой. Мы же получили винтовку. Да, вот она. Я уже мод на нее поставил. У нас, короче, урон 156 с одного выстрела. И там 18 патронов. Так что, ну, еще М60, который делает 104. Вот, и, ну, посмотрим. Акустик мы, конечно, будем продавать потом, потому что он нам сейчас не нужен больше. Так, у нас уже эмочка есть. Так, бетон. Мне надо булыжник чуть, да? Значит, так сделаем. Так, 800. Так, и давай булыжник изготовить 1000, нормально. Я же помню, друзья, копал до херища. Смотри, сколько у нас накопали здесь ресурсов, целую кучу, тучу и свинца, и... Ну, свинец заготавливают для... Этого, как его? Для пушек, которые у нас будут попозже. Так, это можно выложить. Нам это не нужно. Стиплер уже тоже нам не нужен. Можно выложить сюда. Нам надо будет, что нам нужно будет? Столько даже цемента не надо будет. Можно выложить цемент. Нож. Нож можно. Пусть он остается. Так, доски пусть, ну, остаются. Это можно засунуть сюда. Это выложить сюда. Мотор у нас есть, там у нас все есть. Еда у нас есть. Кукурузу можно скинуть сюда. Отлично. Потроши. Ну, так это себе. Ну, это тоже могу сейчас пока что выложить. Пихачей могу выложить пока что. Это идет на продажу. Где моя продажа? Моя продажа здесь. Моя продажа здесь. У нас 20 тысяч здесь и еще 17 здесь тысяч, да? Так, попить можем выпить. Блоки нам не нужны эти пока что. Они деревянные, нам пригодятся не попозже, если там что-нибудь заапгрейдить надо будет. Модификации можно вынести отсюда. Это я пока что оставлю. Модификация, кажется, у меня место есть, потому что я продал некоторые вещи там. Так что должно быть место. Так, отлично. Что следующее? Что, взял я дедушкин эликсир, чтобы получать 20 получ опыта, да? Так, сколько времени? 19 минут. Давай, короче, уже загружать что-нибудь сюда. Так, короче, берем мы снайперскую винтовку. Возьмем эмочку на всякий пожарный. Ну и я не знаю. Сколько тут? Возьмем 1200 патронов. За глаза мне хватит этого все дела. Ну и, конечно, чтобы не как в прошлый раз не ломануться. Вот, ну, давайте три. Я бог любит троицу, я тоже люблю троицу. Вот. И такая вот у нас есть такое оружие, да? Это у нас снайперская винтовка. Ну и, конечно, дядечка М90, блин. Да, это, конечно, М60, извиняюсь, М60, не М90. Так, это закрываем. Что еще? Так, подожди, что я все сделал? Не лоханулся потом. Так, да, ну это, возможно, улучшили эту всю систему. Я не знаю, или этот плевок, по идее, не должен пролететь сквозь это дело. Здесь. Давайте сейчас... Последний раз бегаем. Так, у нас есть... Все у нас есть для ремонта. А, надо будет для ремонта, значит, все-таки взять еще, чтобы потом не возвращаться. Надо будет взять металл. Я возьму просто весь металл. И электрический... Где у нас электрический? Вот такие вещи. Я думаю, что у нас это будет достаточно. Так, давайте сейчас покушаем что-нибудь. Вот у нас... Сколько у нас... давай еще. Раз-два. Раз. Еще один скушаем. И можем что-нибудь выпить. У нас есть что-то здесь такого дешевого питья? А, тут еще здесь дедушкин эликсир. Давай возьмем.
Вдруг там, блин, дольше. Так, что здесь дает? Выносливость, урон при драке. Нам это не нужно. Так, ну кофеек. Восстановим выносливость, постоянно холоду. Может быть, так, возьмем парочку. Здесь можем... А, кстати, можем пока что воду скопить. У нас есть какой-то был 14 этого. Можем скопить. Сколько-то там нужно тебе, чтобы ты закончил? 11 минут. Да, возьмем 12. И приготовить. Так. Так, здесь у нас все это на продажу. На продажу. Бетон есть, инструменты есть. Так, это у нас модификации. Так, опыт. Так, хорошо, это все хорошо. Так, мне больше ничего не надо. Я сейчас просто посмотрю в последний такой момент. Но бензина мне должно хватить. На всякий случай я возьму чуточку. Надо мне потом уже идти искать сланец. Так, это можно вообще-то выложить сюда. Он здесь не нужен. Это идет сюда, по идее. Кстати говоря, а, ну ладно, у нас тут не столько этого нету. Так, бетон пригодился бы. Что-то сделать, так сделаем. И включить. Блин, тигель нужно, как, блять, не знаю, как, что. Так, сколько мы можем? Про камни нужны, не... ага, я просто камень без толку уничтожаю. Я очень много камней там просрал. Я это все, блин, если даже не обратил на это внимание. Потому что у нас здесь камни дохерища, да? Давай полторы тысячи заберем. Да и весь, все доски выложим. Нам хватит времени. Так. Хорошо. Это у нас есть. ППшечку мы, конечно, не будем использовать, нам это не нужно. Я думаю, что... я думаю, что и снайперские винтовки нам, блин, за глаза хватит. Короче, так, хорошо. Я надеюсь, эти паскуды сюда не залезут. Не, ну, по идее, они должны, они не прыгают на два клубика. Так, лезть я тут стану. Буду по ним шмацать, будет нормально. Но у меня нету ни одного очка, блин, в этот, как его. Я не хочу, ни одного очка нету в этом, блин, как его. В пулеметчике. А, у меня есть. Ну, это пулеметчик и пулемет, и часть. Ага. Меткий стрелок. Что ты даешь? А мне надо это восприятие, да, безналтный снайпер, да. У меня здесь, а ну давай сюда одно очко закинем, азила. Урон виновки потеряется, но взирается на 10% быстрее. Так, у нас 18 патронов здесь. М60 надо перезарядить. Твою мать, 120 патронов, просто бомба. Вот, и, короче, так. Мне сюда бы какой-то свет еще надо затащить, наверное, скорее всего, будет. Потому что как-то тут темновато получается у меня. Потому что здесь лампочка была где-то. Я сейчас сниму его, поставлю себе. Или я не могу ее снять, да? Ах ты ж жопа. А, у меня был тут светильник. У меня был светильник. Вот я его засунул. И да, этот светильник, только, друзья, он ничего не... Он не меняет формы, да, он... какой он есть, так он есть. Где он там, светильник, сейчас? Формы, да, видите, тут только черный фонарь, белый, красный, желтый, зеленый, синий, серый. Давайте посмотрим желтый, как желтый будет выглядеть, давай. Давай желтый. И улучшенная ротация. Куда я тебя могу засунуть? Во! Нихера себе, блин. О, это светло. Как это будет выглядеть? Нормально будет? Да, нормально, я зато хоть буду видеть, что происходит здесь вообще. Отлично, красава. Ну вот. Супер, тут хуяк, там бам-бам по башке им там. Хлебысь, хлебысь, хлебысь. Так, у нас осталось 48 минут. 48 минут.
Так, давайте еще раз последний раз бегаем, посмотрим, чтобы у нас все было хорошо. Нам надо скушать что-то вкусненькое. У нас бы где-то был бекон. Бекон. Знаешь, бекон был где-то. Или уже его скушал? Походу его скушал уже. Бляха-муха, а? Так, ну кофе мы сейчас выпьем перед началом бойни. Металл, ну ладно. Скушаем еще парочку. Три мяска надо скушать. Раз. Два. И три. По идее должна быть сотка. Ну и сейчас кофейком мы тоже сейчас выпьем перед началом бойни. Так, тут 54 минуты, а у меня тут на 38 минут. Знаете что, друзья, у нас же есть деревянные блоки. Ну, 80 минут. Добавил 5 блоков. Потому что он 10, это 50 этих досок туда залетело. Мне тоже даже здесь надо будет использовать фонарик, да? Без фонарика хорошо, да, отлично. Или лучше с фонариком. Подожди, где мой снайперский винтовка? Мне лучше с фонариком. Так, тут закрыто. Так, сейчас последнее приготовление. А я же хотел проверить, ли ничего там не сломано у меня. Давай быстренько пробежимся. Ничего им не повредили, здесь ничего не сломали. Здесь хорошо, все хорошо. Здесь все хорошо, отлично. Здесь все отлично. Хорошо. Тут я не знаю, что было. Может быть, я сам стрельнул в него. В смысле? Тут же было только что где-то. Ну, вроде бы должно быть окей. Они сюда падают. Хлыбысь, тут их цапает электричество. Мясорубки просто их крошат. И все. И кто, по-любому кто-то еще, может быть, отсюда будет бежать. Его еще здесь зацепят чуть-чуть. Бля, может быть, надо было чуть поближе сделать, сюда как-то поставить. Ну ладно, хер с ним, посмотрим, как это будет. Чтобы они, например, будут бежать с этой стороны, чтобы они не зацеплялись за провод. Так, туда дамажится. Так, здесь все хорошо, здесь все хорошо. Ой, полчаса осталось. Так, здесь они не должны, по идее, залазить. Хорошо. Так, дверцы открыты, закрыты. Так, ну что ж. Заправляем двигатель. Ой, нет, я не хотел, хотел выключить и заправить. Включить. Проверю сейчас просто. Все будет вытащить. 221 ватт. Замечательно. У нас максимально 300. Даже может быть один двигатель можно снять. Ну ладно, без разницы. Так. Ну что ж, друзья, готовы? Да, по большому счету можно врубить уже, чтобы, допустим, там. А, нет, не будем, потому что тут 999. Я не знаю, у него еще сколько он потребляет, например, энергии, когда вот он в холостом ходе работает. Я как-то не проверял это дело. Ну, скорее всего, блин. По идее, ни черта не должен. 3 ватта это... а что 3 ватта использует? Что так? Кто это использует? Питание 3 ватта. Может быть, то, что она распределяет на... Не, ну... А, может быть, на то, что здесь эти лампочки горят. Скорее, может быть, может быть. Я могу это поднять еще? Да, я смогу поднять, если мне не понравится в дальнейшем, что это вообще хуйня. Ладно, друзья, ну что ж... Врубаем. Ну и что ж, понеслась, как говорится, звезда по кочкам. Сейчас будем смотреть, как это все будет выглядеть. У нас вроде бы и не такой уж геймстейдж страшный, да, у нас 86-й, 52-й уровень, 1965 зомби убито, смертей 0. Замечательно. Пока что идем хорошо. Ну,
5 минут, друзья, и полетели. Так, хорошо, выпьем кофейку. Один. Как начинать, первые зомби сюда зайдут. Мы будем, кажется, валить их. И так как у нас полностью прокачана электроловушка, мы будем получать 75% опыта от этого всего процесса. Так, вы знаете, если вы не вкачаете или электроловушки, вы будете получать 0. А сейчас мы будем получать 75%, так что будет все отлично. Ну что, поехали, выпиваем, где наш там эликсир? А вот уже поехал первый. Ну да. Да. Эта винтовка просто нереальная. Что он творяет? Что он творяет просто? Я охереваю. Да, давайте там. Не, ну эта винтовка просто, я не могу. Я просто вау. А если бы у меня еще были бронебойные бы патроны, я бы их насквозь бы просаживал. Я просто... Не, ну, друзья, видите, да? Видите, что происходит, да? Всех с одного. Я представляю, что мы здесь прокачали бы полностью бы снайперскую винтовку, просто бы нереально было. Друзья.
нормально, по тебе тоже нормально работает на твоей ловушке. Там просто их метели. Уровень подняли. Конечно, нормальная тема. Нормальная тема песня. Последняя волна вообще. Все? Походу все. Слышу повреждения. Ну и сколько это нам заняло? Час 30, друзья. Ну, тут чуть-чуть. Ну, здесь чуть-чуть. Так, ну тут надо сталь. Тут тоже на сталь. А, тут так. Ну, да, чуть. А что это разбили мне здесь? Ах вы козлы. А как это тут так получилось? Ну тут нормально, короче, покоцали. Ну это так выдержало себя. Ну и здесь только нормально так поработали, блин. Ну а вот здесь как-то, почему не здесь так как-то? Ну и скорее всего то, что они себе сюда вот здесь бегали, да, и их цепляли вот здесь. И надо, я скорее всего поставлю где-то ближе к этой стороне. Ну посмотрим, пошло, залутаем, что у нас там вышло вообще. Ну лутец в этом раз, конечно, у нас достаточно большое количество лута. Не сравнится с прошлым разом.
Карта сокровищ. Латуни просто нереальное количество. Под книгу чистить носы, штаны, обувь, комбинезоны. Ну, блядь, мне это типа не нужны, что ли, вообще? Окей. Окей. Ну, так тебе скажу, лут вообще такой не очень. Прочитать, принять. А я про эликсир забыл все-таки. Твою мать. Ладно, починим это. Это можно. Да какого херня это нахрен? Это можно разломать. Ну, скажу так, лут не очень такой. Так что здесь чуть-чуть повредили мне. Ну так себе вообще-то, скажу честно. Слабовато. Они мне тут накидали. Надо будет еще это сейчас сделать, блин, переделать чуть-чуть. А что здесь? Собрать железо. Скинем это. Железо подобрали. Да, я думаю, что надо переставить это все-таки. Электрозабор. Или может даже его наоборот как-то свесить снизу вверх, чтобы. Ну как-то так. Ну, может быть, ближе сюда поставить просто. И все. Вот даже сюда, например, посередине. И чтобы он здесь как-то работал. Потому что как-то его здесь снесли очень быстро. Не знаю, почему-то с чем-то связано. Вот. Вот. Ну, повреждения. А что у нас по главной колонии? Ну да, чуть-чуть здесь цепанули. Здесь чуть цепанули. Ну, скорее всего, следующую базу мы будем чуть делать по-другому. Чтобы придерживаться той системы, которая должна быть, по идее. Мы будем смотреть. Так что, друзья, вот такие дела. Пишите ваши впечатления от этой новой системы нашей, да? Как вы там, как вы думаете, как у нас хорошо все получилось, плохо? Какие-то советы, может быть, рекомендации по поводу этого всего, может быть, для улучшения ловушки или как? Вот, опять же, если вам понравилось видео, друзья, ставьте лайк, подписывайтесь на каналчик, нажмите на колокольчик, чтобы получать оповещение еще новых видосиков. А на сегодня, друзья, с вами прощаюсь, всего вам доброго и пока-пока.